Свобода. Для тех, у кого ее нет, она дороже золота. Но где она начинается и где кончается? Человек считает, что у него есть право расширять, поглощать, изменять или овладевать всем, что может понадобиться для достижения его мечты. Но сколько раз это приводило к конфликтам с теми, кто верит в то же самое? Мораль должна сдерживать нас, но на практике так происходит не всегда. Мне довелось пройти немало испытаний. Иногда я старался сохранить чужие жизни, использовать доступные средства так, чтобы принести пользу всем. Но не всегда. Бывали случаи, когда я колебался между моральными принципами и соблазном удовлетворить собственные нужды. И если выбирал второе, то потому что мне было все равно, или потому что у меня не хватало воли на дополнительные усилия. Именно этим и обеспокоен Таггарт. Он не боится свободы. Он боится хаоса, который разразится, если людей не будет ничего сдерживать, кроме морали. Он хочет урегулировать технологии улучшения человека так, как опасается, что мы начнем злоупотреблять этой безграничной силой. Абсолютная свобода ничем не лучше хаоса. Для защиты обществу необходимы правила и законы. И если людям, стоящим за Таггартом, необходимо действовать тайно, влияя на ход событий, обеспечивая нам безопасное будущее, что плохого в том, чтобы поддержать их? Если они компетентны в той мере, в какой это описывает Таггарт, что плохого в их приходе к власти? Надеюсь лишь, что они будут придерживаться собственных принципов.